это финал. Финал – это, прежде всего, командный дух, это, прежде всего, борьба и, наверное, эмоции. Предыдущая игра, ну, можно сказать, для нас не была положительным результатом, так как нам нужна только победа. На повестке дня две ближайшие игры. Эмоции, которые сегодня положительные, они позволят нам быстрее восстановиться. Вот. Ну и с хорошим настроением готовиться уже к Зорке.